Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании. Вот я пытаюсь взять ученика, никто не хочет, ни русские, ни французы, ни американцы, никто не хочет идти учиться постигать дзен. Даже немцы вот тоже не хотят, и японцы тоже не хотят, никто не хочет. Есть здесь отдельная закладка, слот ученика номер 4, который зарезервирован для одного из вас, ребята. То есть, получается... Тот, кто добавился мне в друзья или еще каким-то образом, может попасть в этот слот. Честно говоря, не знаю. Попробуйте, может у кого-то получится попасть сюда. Я делился им в Фейсбуке, но код уже, то есть там уже, не знаю, несколько сот человек воспользовались этим кодом. Но почему я вот как бы тут никого не могу выбрать, я не понимаю. Так. Давайте смотреть, что у нас происходит. Кто подписан на канал и заходит регулярно на закладку сообщества, тот уже увидел час назад еще, что у меня, по идее, получился дракон лунный. Он, по-моему, уже 22 часа должен выводиться, чтобы вам не соврать. Ну, примерно так. Скорее всего, 22 часа. Ураган плюс мед я сочетал. И, может быть, мы приступим к выведению черепахи. Если это будет именно так... то будет хорошо. Что у нас сейчас по акциям? Ну, по акциям у нас тишина и порядок. Вы видите, как можно больше драконов. Что я тут уже 500 набрал. 12 часов, ну и все. На этом, в общем-то, на этом мы, пожалуй, и закончим. У нас идет клановое событие, о котором я уже говорил. Так, мы достигли какой-то рубеж. Давайте сейчас посмотрим, что это за рубеж. Так, о! Я насобирал какого-то нового дракончика, ребята, прямо вот вместе с вами. Это дракон Сирюкен, ура! Надо его поставить на высидку. Так, у нас есть колдовская арена, давайте активируем это задание. Посмотрим, может, кому надо помощь. У меня 51, конечно же, поможем, нам не жалко. Так, и где наше место? Так, мы на третьем месте, да... Немножко оторвались от четвертого, но первое, второе, это просто космос. Так, кстати, какой у них клановый дракончик там коричневый побежал? Давайте сейчас проверим, что это у нас за коричневый дракончик такой был. А, это у нас Кутер был. Ну, понятно, то есть это клан у нас в соперниках какой-то крутой, прокачанный. А, еще раз, давайте, сколько у меня очков. Кстати, до серы осталось 2 пазла, до Кутера осталось 5. То есть очень даже так неплохо, я бы вам сказал. Так, давайте откроем какой-то наборчик. Так, здесь явно ничего интересного. Так, здесь золотая карточка. Тоже ничего интересного. Ну ладно. И последний раз. Тоже всякая ерунда. Церемонный. Так, так, так. Ну, у нас еще 6 карточек этих есть. Ладно, прибережем их пока что. Так. У меня тут Змей Горыныч маленький ползает. Ну, вроде как никаких висяков у меня нет. Всех дракончиков мы с вами уже высидели. Давайте поставим на высидку нашего нового дракона. Это Сирюкен. И еще давайте проверим. Ничего тут часа, может, само как-то добавилось. Торпеды всякие, звоночки, ничего. Пока что здесь нового я не вижу. Так, это все у нас есть. Подмёныши, когти, землетрясения. 2 штуки уже, ёшкин ты кот. Дворянин. Мы его качали, интересно, дворянина. Надо сейчас проверить. Дворянин. Так, это у нас пустота Ю. Хорошо, пустота Ю. Ну, это точно уже все есть. Отправляем его на высидку и давайте попробуем найти по редкость пустота. Стоять. Что я только что нажал? Сортировать. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Да, есть у меня дракон, дворянин. Давайте его погладим. Судя по бровям, такой он какой-то, наверное, дворецкий. Суровый дворецкий.
Хорошо. Ученики, где вы? Нету. Хорошо. Так. Я тут недавно сражался, мне штучка эта еще занята. Зато сейчас попробуем пойти куда-то на карту. Так, что у меня есть? Дофига всего, кроме палочек, трубочек и звездочек с сердечками. Остального полно. Сколько у нас еще будет длиться акция? 14 часов, то есть завтра ночью закончится. В конце дня, да? Сейчас у меня 9 часов вечера. Плюс 2, ну где-то в 11.3, в 12 часов ночи по Москве закончится эта акция. Так, давайте сейчас еще что-то мы проверим. Так, мы докачали там храм пустоты. Нет, мы еще не докачали кого-то. У меня 500 тысяч, но этого, наверное, не хватит нам. Где там наш 29-й? Не хватит, да? А, может и хватит. Раз, два, три, четыре. Ура! Давайте перейдем, улучшить. И пустота тоже улучшить. Вот так вот, ребятки, мы с вами потратили несколько миллионов. Но, тем не менее, так. У нас есть свободные денежки. Сейчас нужно поставить какую-то еду такую более серьезную. Что-то часов на 6, какую-то там квадратику. 6 часов 19 лямов. Один день 43 ляма, но, к сожалению, не хватает нам. Ух ты, 4 дня 30 лямов. Нет, ну настолько я замораживать не хочу. Поставлю нам 19 миллиончиков. Так, уже у нас как-нибудь хоть чуть-чуть собирается еда. То есть насобирать там 500 тысяч миллион, это уже не сложно. И это хорошо. Так, что у нас здесь? Что у нас по осколочкам, ребятки? Ну, вот так вот у нас по осколочкам. Немножко насобиралось средненьких. Мы их трансформировали. 31 тысяча очков. Ну, пусть пока и будут. Пока мы никого не качаем. И получается, я уже всех прокачал на 30 уровень. У меня все храмы прокачаны. А мне, то есть, осталось... Ну, буду вкачивать уже дальше своих троих основных драконов. То есть, это дракон... Архангел с металлом, факел, ух ты, трабл листик, так, трабл, это что тебя так зовут, подождите, да, трабл, по-английски, так, интересно, а ты кто, гея, вот здесь по-русски, то есть, ага, уже подсвечиваются у нас имена наших дракончиков, по крайней мере, я это только что заметил, это хорошо, ребята. Это хорошо, так чтобы качнуть это чудище нужно 500, ну осталось 70, точнее 69 кристаллов. Как-нибудь с вами насобираем. Давайте заглянем на карту. Так, я что, вот эту штуку не смог взять до прошлого? Печаль, беда, ну тут мне наваляли. Давайте включим режим героя. И посмотрим, что у нас здесь. Так. Мы босса не штурмовали или штурмовали? Что? А, штурмовали босса уже. И здесь мы тоже уже были. Во-во, вот идем сюда. 50-й, механические змеи. Ну, попробуем. Темное багровое небо. Они же вроде механические змеи, но в нем нет металла. Интересно. Очень слабо. Так, Архангел нас хочет явно покинуть. Ну, мы здесь справимся, точно справимся без проблем. Вот так. Добиваем. Изи катка. Ну и как обычно, не в тему выскакивает два раза недельный дракон.
Тихо. Мы попробуем пройти дальше. 2.50.53. Хорошо. Сосредоточимся, наверное, на редко. Так, ты хоть выживешь там? Забрал Архангела, но ладно, это не беда. Почему никто из вас, вы такие зеленые, не боятся огня? Что за непорядок? На тебе пустоты немножко. Как это видел ролик, нарезку коротких приколов, и там общались два рыцаря, что-то наподобие... Блин, как же эта серия игр называется? Про рыцарей. Вылетел из головы. Dark Souls, точно. Что-то наподобие Dark Souls, но это точно не Dark Souls, но два рыцаря вот в таком вот плане, чтобы вы понимали. И один через, по-моему, кристалл какой-то общается с другим. Ты где сейчас? Я в полной темноте, да. Или во мраке. Типа, а что ты там делаешь? Я ищу свет. Знаешь, такая там ржачная тема. Почему ты ищешь свет во мраке? Это еще было так интересно там обыграно. Забавная такая нарезочка. Так, о-о-о, стоять. Я сундучок заметил. 50 тысяч золота. Так, 500. Ладно, 5 миллионов бы хотя бы. 500 вообще ни о чем. Так, последний наш бой. Агнес 50. Так, а ну, слабо очень она проатаковала. Блин, нашел чем проатаковать, но зато оглушил кирпича. Ха-ха-ха. Это забавно. Так, это ты не... Давайте. По слабому звену проатакуем. Ну и до свидания. It's a victory! Упс. Так, ну разобрались-то. Жаль, что этот рудник нельзя поремонтировать. Я был бы рад. Так, это максимальное отдаление? Нет, не максимальное. О, смотрите, как карта может отдалиться. Это повеселее, чем было. Так. О, еще один сундук. Чудесно. Здесь облако. Ух ты. По облакам можно клацать. Кстати, там Monster Legend новое обновление пришло. Там перерисовали многих монстров. Хотел вообще сегодня даже, ну точнее для вас, вчера снять вот стримчик по Monster Legend там. Поболтать. Ну блин, было столько дел. Нужно было вебинаров пересмотреть часа 3 вечера. Вот до самого поздна. Смотрел вебинары. Вот поставил на паузу в перерыве. Думаю, запишу дракончиков, а иначе вообще ничего не успею сегодня сделать. Так, у нас еще остров, один остров, потом вот второй остров. Так, кто у нас здесь? Никита здесь, Кулена здесь, Настя здесь, Василий и Джон. Какой именно? О, еще один остров есть здесь. Три острова впереди. Так, Лиза здесь. И, четвертый остров. Ничего себе. Кто у нас тут такой самый жирный, а? Алкол Кью. Ну, ничего себе. Смотрите, здесь какие-то строительства. Драколимп строят, что ли? Скелетик здесь явно какой-то драконий. Ну, ничего себе. Это последний остров у нас будет вот такой, да? Ну ладно. Возвращаемся отсюда. Ну, вроде как все, ребятки, наверное. Не буду затягивать. Время для меня позднее. Еще нужно кое-что доделать. И бежать домой. Так, дособираем здесь немножко золотишко. Так, ну, наверное, тогда все, ребятки. Комбинации вы знаете. Ураган плюс мед здесь написано. Ну,
колдовское разведение зелень плюс ветер. Ну а как вывести феечку в предыдущих видео, если не забуду, в описании под этим видео будут тоже все комбинации. На этом все, всем пока.